А что дает за флайрейт слоника? Ребята, специально для этого видео я его нашла. Давайте же посмотрим, что за него дают. Надеюсь, что-то крутое. Ого, ого. Ребята, в первом трейде мне сразу же дают две легендарки, флай гориллу и еще и добавляют водяного лунного медведя. А, ну, видимо, он передумал. Ну, как вам сказать? Во втором трейде, ребята, мне дают куча всяких разных пэтов, но, ребята, среди всех этих пэтов нет ни одного с райдом, поэтому, я думаю, от этого трейда стоит отказаться. Неон Флай Рейд Красный Дракон? Ребята, вау, может быть, согласиться на этот трейд? Это довольно ценный вроде как питомец. Напишите в комментариях, соглашаться или нет. Но, ребята, я, если честно, не знаю. Ну ладно, откажусь. Горилла Альбина. Я этого питомца даже ни разу не видел, но мне его сейчас дают за флайрейт слона. Интересно, ценится ли этот питомец? Ну а поскольку я не знаю, я откажусь. А в своем телеграм-канале я раздаю всем пэтов и робуксы.